начале октября свой профессиональный праздник отмечают люди, чье призвание – это педагогика. Это один из самых важных профессиональных праздников в России. И испокон века, дорогие педагоги, ответственность учителя – это потом ответственность народа. Школьные учителя, воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования. Их объединяет самоотверженный труд и верность своему делу. По доброй традиции, в честь профессионального праздника лучшим специалистам были вручены заслуженные награды, почетные грамоты и благодарственные письма за успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения. День педагога – это всегда праздник. Праздник в семье, праздник в школе. Потому что даже по своим детям, знаю, сегодня, вернее, вчера понесли и пряники, и букеты. Настолько любят наших учителей. Учитель начальных классов Видновской школы номер 11 Екатерина Кузнецова еще в детстве решила, что будет педагогом, и ни разу не пожалела о своем выборе. С маленькими детьми работать очень сложно, поэтому хочется, чтобы учителя, которые сейчас в современном мире, были добрые, ласковые, можно сказать, чтобы уважали не только взрослых, да, но и мнение младших детей. Педагогический стаж Инны Егорушкиной 33 года. Свою профессию выбирала благодаря своим наставникам из Видновской школы номер 1, где училась сама. Именно они стали для Инны примером, каким должен быть настоящий учитель. Учитель, я считаю, должен быть, конечно, что называется, профессионал. То есть вот современные компетенции, технологии, идти в ногу со времени. Но и в то же время, прежде всего, это любить детей. Начальник управления образования Ленинского городского округа Наталья Киселева, поздравляя педагогов с праздником, отметила, что достойное звание учителя нести непросто и ответственно. И поддержка на региональном и муниципальном уровнях для них необходима и значима. Те педагоги, которые подготовили 100 бальников на едином государственном экзамене, и те педагоги, которые стали наставниками и подготовили призеров, участников и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, они получат денежное вознаграждение за свой результат. В системе образования Ленинского городского округа трудятся более 2500 педагогов. Людей, выбравших эту профессию, объединяет самое главное – любовь к детям. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.